привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня мы пришли с вами в магазин Руя Кундура. Но многие из вас знают, что в магазине Руя Кундура продается женская, мужская и детская обувь. Но помимо обуви, в магазине также продаются и сумки. Все ссылки на местонахождение этого магазина вы найдете в описании к этому видео. А где находится этот магазин? Находится в самом центре Алании на Пятничном рынке. Вот справа от меня находится автостанция. И от автостанции вы идете прямо до угла, до перекрестка и увидите магазин Руя Кундура. Розовым по белому написано Руя Кундура, и магазин Руя Кундура начинается вот с этих вот желтых коробок, которые вы увидите, которую вы увидите на улице, и это значит, что в магазине, если обувь стоит на улице, значит, что в магазине опять есть скидки. Ну а сегодня мы будем с вами смотреть не обувь, а сумки, как из искусственных материалов, так, конечно же, из красивейшей дорогой кожи. Как я уже сказала, помимо обуви в магазине Руя Кундура есть большой выбор сумок. И на втором этаже расположен отдел с сумками из натуральной кожи. Ну, конечно же, выбрав себе сумку, будь это вот такая вот маленькая сумочка с, кстати, вот с таким вот ремешочком, которую можно носить вот так вот на ремешке кроссбади. Стоят такие сумочки 340 лир. Вы можете подобрать обувь, ну и, конечно же, выбрать модель сумки от супер классического варианта вот такого. Стоит такая сумка 600 лир. Здесь лазерная обработка кожи. Это натуральная кожа. Можно увидеть, здесь есть пример кожи. И очень-очень плотная кожа, что значит, что сумка будет вам служить очень долго. И помимо вот таких вот классических моделей, здесь представлено большое количество молодежных вариантов. Например, вот такого плана. Либо тот, кто любит очень яркие и интересные сумки, это тоже лазерная отделка кожи, могут выбрать себе вот такой вот красивый вариант. Здесь представлены модели. Есть несколько цветов одной модели. Например, на лето подойдет вот такая вот яркая, красивая оранжевая сумка. И как вы видите, это такая же модель, как у этой сумки, но совершенно другого цвета. И когда сумки разных цветов, они выглядят также совершенно по-другому. Эта сумка тоже стоит 500-560 лир. Ну, а кто ищет себе что-то вечернее или еще более классическое, я могу вам показать, например, вот такого вот плана сумочки. Они привлекли на самом деле мое внимание, и мне очень нравится вот такая вот кожа и форма. Я очень люблю прям очень классические вещи. И, друзья, сейчас я вам покажу две разные модели. Одна модель вот такая, а одна модель вот такая вот. Разная обработка у этой кожи, стоит 480 лир. И напишите обязательно в комментариях, какая модель мне больше подойдет. Вот эта. Более такая очень прям строгая. Либо вот эта. Под, ну что-то под крокодила. Выделка под крокодила лазером. Мне кажется, вот это вот прям вот, ну я не знаю, супер классическая. Поэтому что-то вот такого вот плана я, наверное, себе куплю. Потому что моя старая сумка уже стала немного изнашиваться. Ну и, конечно же, если вы любите сумки маленькие, вы можете выбрать себе, например, сумку вот такого плана. Ее тоже можно носить через плечо. Стоят такие сумки тоже из натуральной кожи. Стоит такая сумка 400 лир. И есть различные цвета. Вот, например, такая оригинальная зеленая с очень красивой выделкой, или вот такая вот выделка под змеиную кожу, тоже очень красиво будет смотреться, если ее носить через плечо. Ну и, конечно же, как я уже сказала, модели совершенно разнообразные. Вот, например, две разные сумки. Вот эту я вам уже показывала, точнее, сумки
одинакового плана. Вот это чуть-чуть побольше, это чуть-чуть поменьше. И вот такая вот сумка побольше, тоже с отделкой под змеиную кожу, стоит 620 лир с таким вот интересным замочком. Или очень классическая модель. Люблю, я очень люблю лаковую кожу и замш. Замшевую кожу и лаковую. Лаковая кожа всегда смотрится выигрышно и оригинально. Или вот такая вот еще тоже лаковая кожа. Смотрится, мне кажется, очень классно смотрится под какие-то классические наряды. Ну, а если брать что-то оригинальное, то знаете, что мне понравилось? На самом деле, если вот обратить внимание на эту сумку, она такого же плана, как и эта. И с первого взгляда вы можете подумать, что, ну, какой-то странный принт, да, стоит она 620 лир, а если ее надеть и примерить с какой-то спокойной одеждой, например, с белой рубашкой и черными брюками, вот эта вот сумка будет смотреться очень выигрышно и на самом деле оригинально. Ну и, конечно же, вот такие вот интересные, прям красивые молодежные варианты, 620 лир, тоже с классическим тренчем, например, с однотонной одеждой, чтобы только сумка дополняла ваш образ. Дорогие друзья, Несли Хан работает в этом магазине, и сейчас она покажет нам интересные модели сумок. Evet, bu. Bunlar hakikileri. Bunlar hem böyle kol çantası, hem sırt çantası olabiliyor. İçinde askıları da var. Можно использовать и как на плечо, можно носить на руке, а можно и использовать как рюкзак. Видите, здесь есть специально для лямок. Ага, внутри есть лямочки вот такие, да, и можно их вот сюда вот приделать и использовать и как рюкзачок, и как... Кстати, очень классная сумка, знаете почему? Потому что, когда вы используете ее как рюкзачок, она держит форму. И то есть, если вы положите туда то, что не должно мяться, оно не помнется в этой сумке. Нека, да? Стоит такая сумка 599 лир, 600 лир. Бу дери. Да. Это натуральная кожа. Есть, например, вот такая вот зелененькая еще. А, да, вот вы видите, вот так вот. И есть вот такая вот еще зеленая. Кстати, очень классная, удобная сумка, особенно тем, кто любит практичные такие модели. Например, тот, кто любит яркие сумки. Вот такая вот золотая. Bunlar ne kadar? Вот эта сумка стоит 620. А эта сумка стоит 620. Да. Вот это вот самая любимая сумка. Да, спортивная. Спортивная классическая. Сколько она стоит? 600. И вот здесь вот везде на сумках есть вот такой вот пример кожи, да, и можно увидеть, что это натуральная кожа. Вот такая вот есть интересная модель. Бучок или гибель модель? Ага. İçinde bir tane daha askısı var. Şöyle büyük çapraz da olabiliyor. Стоит 400 лир, и внутри есть еще вот такой вот ремешок, и можно повесить и носить как кроссбоди, то есть на ремешке. Вот это вот очень красивая. Цена начинается от 320-340 лир и заканчивается 620. Интересная. Стоит такая сумка 480 лир. И тоже, видите, натуральная кожа, да. Везде натуральная кожа. Кто любит вот такие вот интересные модели цветные? Вот это вот такая летняя, ага. Очень красивые модели. И, конечно же, тот, кто любит золото и серебро, вот такого плана,
А, такая же, точно такая же. Вот, вот эта розовенькая. Ага. И вот такая вот серебряная. Да. Это тоже стоит 480, а это 620. Вот это тоже очень интересная модель. Стоит 600 лир. Ага. А, более такие мягкие, такие тоже молодежные. 620 лир. Ой, вот это вот красивая. Вот это синяя прям супер. Ага. Да, очень красивая. Есть вот такие вот интересные модели. Ну, вот это вот летняя. Да, ой, язык модель. Это стоит тоже 620 лир. И все вот это вот, друзья, это все кожа. И на коже нанесен рисунок лазером, да? Либо рисунок нанесен лазером, либо как вот в этой вот сумке узор нанесен лазером. Поэтому, когда трогаешь... Чей гибидери гибидиль? Ама? Ама хакикидери. Хакикидери. Очень плотная кожа. Вот смотрите, на примере вот этой сумки, я вам покажу. Смотрите, очень толстая кожа у этих сумок, поэтому они будут, конечно же, долговечными. Дорогие друзья, ну, конечно же, каждой сумке нужно уметь подобрать обувь. Вы знаете, что раньше была мода, чтобы сумка и обувь была одного цвета. Но сейчас это совершенно не важно. Главное, чтобы все сочеталось. Сумка, обувь и, конечно же, брюки, платье сочеталось вместе. Поэтому не важно, какого цвета сумка или обувь. Главное, чтобы все вместе, весь образ был целостным. Поэтому... Вот такой вот летней оранжевой сумки вы можете подобрать вот такие вот босоножки на... каблуке, как сумка, так и босоножки из натуральной кожи. Этот образ можно, например, использовать на вечер, а если вы хотите использовать эту сумку днем, то вы можете выбрать вот такие вот более классические туфли на вот таком вот стойком каблуке. Конечно же, к этой сумке вы можете подобрать и черную обувь, и, например, вот такого вот классического варианта, но с яркими цветами, с такими как оранжевый, лучше использовать нейтральные цвета, и, конечно же, лучше всего вместе смотрится белый. Еще я вам показывала вот такую вот интересную сумку с лазерной обработкой кожи, и к этой сумке я подобрала вот такие вот две пары туфель. Более классические и более спортивный вариант. Мне кажется, что оба эти варианта такие яркие и интересные. Ну и, конечно же, когда у вас такая яркая обувь и такая яркая сумка, платье, брюки, рубашка или футболка должны быть тоже нейтральными, либо белого, серого или черного цвета. И вот с такой вот сумкой что-то, какая-то пара, вот, пара обуви будет смотреться очень красиво. На самом деле, когда вы выбираете какую-то вещь, может показаться, что сначала она смотрится вульгарно или слишком ярко, но самое важное, как вы эту вещь обыграете. Например, вот с такой вот супер прям классической сумкой коричневой можно взять обувь и коричневого цвета, которая подойдет прям под цвет сумки. Обувь тоже с лазерной обработкой. А можно взять теплый, вот такой вот светлый, светло-золотой, бежевый цвет, тоже лазерной обработки, и сумка будет смотреться совершенно по-другому. Поэтому ищите и подбирайте контрастные цвета. Если говорить о чем-то более таком весеннем, на более прохладную погоду, вот эта вот сумка, которая также, как и вот эта вот, с первого взгляда может показаться, ну, такой очень яркой и непонятной, как ее носить и с чем, можно, например, взять вот такие вот совершенно нейтральные ботинки, но по цвету они нейтральные серые, но у них очень много красивых деталей. И, конечно же, они подходят сюда, потому что здесь есть и белый, и черный, и серые цвета, а вот этот вот светло-бирюзовый цвет, он только дополняет. Поэтому
обязательно смотрите, чтобы не перегружать свой образ. Сумка, либо обувь, либо какой-то один элемент в вашем внешнем виде должен перевешивать все остальные. Ну и, конечно же, две сумки, которые мне понравились больше всего, это сумка из лаковой кожи. И на самом деле вот к этим вот двум сумкам, одна сумка из лаковой кожи, одна сумка из кожи, обработанная лазером под, я не знаю, тут даже не принт под аллигатор, но в общем какой-то принт под крокодила. И вот к этим двум сумкам можно подобрать совершенно три разные вида обуви. Можно взять вот такие вот туфли на каблучке, они будут красиво смотреться как с этой сумкой, так и вместе с этой сумкой. Ну и, конечно же, более такие классические варианты, если это вечер или какое-то торжественное событие, вы можете взять вот такие вот блестящие туфли. А если вы работаете где-то в офисе, то вот под классический, я уже мерила ее, под классические брюки, классическую рубашку, очень подойдут вот эти вот ботинки. И смотрите, несмотря на то, что спереди они кажутся очень простыми, и сумка тоже кажется простой, да, здесь есть вот такая вот интересная деталь. Поэтому, друзья, не бойтесь интересных сумок и красивой обуви. Самое главное — это то, как вы ее обыграете и с чем вы будете носить. И, конечно же, не бойтесь вот таких вот сумок интересных, с интересными принтами. Не бойтесь ярких сумок. Думайте всегда о том, когда вы покупаете обувь или сумки, думайте всегда о том, с чем вы их будете носить. Думайте всегда о вашем цельном образе. Поэтому, например, если я ношу классическую белую рубашку и черные брюки, я могу позволить себе, например, вот такие вот туфли или вот такую вот интересную сумку. И даже к моему вот этому образу летом я могу взять оранжевую сумку и вот такую вот яркую, красивую летнюю сумку. Она будет смотреться очень оригинально. Поэтому, дорогие друзья, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь покупать, носить и обыгрывать интересные вещи. Ну и, конечно же, как я уже сказала, самое главное — это целостный образ, который вы создадите, будь то это какая-то яркая вещь или классическая и спокойная. Я надеюсь, вам понравился этот обзор, вам понравились те модели, которые мы подобрали, сумка и обувь. Обязательно напишите в комментариях, что бы вы выбрали, какую бы обувь, какую сумку вы бы выбрали и купили себе. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь и, конечно же, желаю вам быть интересными, красивыми, ну и всегда радостными. Всем всего хорошего, пока-пока!